Дорогие друзья, никто не мог поверить до последнего в эту трагедию. Сегодня рано утром в Подмосковье произошел пожар на даче известного советского российского актера театра и кино Андрея Смолякова. Сообщается о том, что актер находился в тот момент в доме и сильно пострадал. Бригаду скорой и пожарную охрану вызвали соседи. На данный момент Андрей Смоляков находится в больнице, а его состояние пока неизвестно. Родственники шокированы этой всей трагедией и уже направились в больницу к актеру. Поддержите, друзья, наш канал подпиской, поставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы завтра рано утром не пропустить продолжение этого всего выпуска. Спасибо вам за ваши просмотры, спасибо за то, что заходите каждое утро к нам на наш канал и смотрите наши новости. Берегите себя, родных и близких, друзья.